Торжественное построение, знакомство с отрядами, каждый из которых постарался сделать собственную визитную карточку наиболее яркой, запоминающейся и веселой. Поднятие флага и, конечно, концертная программа с креативными номерами. Праздничное настроение поддерживали веселые конкурсы. В детском оздоровительном лагере «Романтика» состоялось открытие первой смены. Более 50 мальчишек и девчонок приехали отдохнуть в загородный лагерь в селе Гидырым. Отдых обещает быть интересным и веселым. Для того, чтобы ребята не скучали, разработана насыщенная программа мероприятий. Лагерь способен принимать до 85 человек в смену или максимум до 90. При этом лагерь работает в 4 смены. Каждая смена по 2 недели. Ребят ждет очень большая развлекательная программа. Здесь будет много мероприятий культурного порядка, экскурсии различные, выезды на природу, спортивные игры, конкурсы и так далее. Дети тут могут проявить самостоятельность. Здесь меньше взрослых, они сами выбирают территорию. Они учатся решать какие-то конфликтные ситуации друг с другом, договариваться. При этом лагерь находится за городом, то есть тут природа, экология. И обилие хороших эмоций, потому что мы стараемся каждый день разнообразить и насытить концертами, программами, где они могут проявлять себя. За несколько дней, проведенных в лагере «Романтика», мальчишки и девчонки уже успели найти новых друзей, получить первые впечатления и оценить все достоинства такого отдыха. Мы тут развиваемся, играем в всякие игры. Мы выходим на стадион, ходим на прогулку. Природу, ходим на всякие экскурсии с лагерем. Очень интересно, очень классно. В первую очередь здоровье, развлечения, запоминания, эмоции. Мы хорошо тут проводим дни, находим новых друзей и первую любовь. Тут разные приключения, играем, по утрам делаем зарядку, вкусно готовят, нахожу новых друзей, играем в волейбол. Пионербол. Не запоминается, когда у нас дискотека, там разные девочки приглашают нас меня танцевать. К концу смены обычно ребята не хотят расставаться друг с другом и покидать уже полюбившийся лагерь. Скорее всего, так же будет и в этот раз. Всего оздоровительная кампания в Рыбнице и Рыбницком районе охватит более 1500 школьников. Путевка на летние площадки обошлась родителям в 180 рублей, а отдых в летнем лагере «Романтика» стоит 330 рублей 50 копеек. Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.